Внимание на экран. Данный человек, изображенный на фотографии, вор. Кошельки, брелки, какое-то личное имущество, зажигалки, там, возможно, какие-нибудь хуялки, вот это вот все. Его интересует абсолютно все. Не подпускайте его в доверие к своей семье, не подпускайте его слишком близко, потому что этот человек вор. Он украл у меня целых 20 тысяч рублей, плюс сотрудничество с Diamond Roleplay, плюс совместный ролик с Митин Шоу. И сейчас, если вы думаете, что это какой-то прикол, что это какой-то рофл там и все такое, то нет. Я пишу это все одним дублем, пока... Вот эти самые люди, они не добрались до меня, вот, которые связаны со всем этим. Казалось бы, вот у моего, одного из самых любимых GTA Samp ютуберов, у Митина Шоу, вышел видеоролик, в котором он, там, приглашает принять участие в своем вот этом вот, знаете, конкурсе, который там идет на деньги, на сотрудничество, на все такое. Я сразу же в ролике сказал, что я, наверное, не смогу выиграть. Я до конца убедился в том, что я не смогу это все выиграть. Вы знаете, давайте начнем максимально издалека, дабы все люди максимально вообще поняли, что, как, кто, зачем стоит, кто чем управляет, кто чем руководит, дабы все люди вообще понимали о том, насколько же тут большая такая, знаете ли, коррупционная схема, вот вся эта просто жесть. Я сам не знаю, возможно, что после записи и выкладки данного видеоролика меня просто, я не знаю, убьют, там, порежут, возьмут в какие-то заложники, в пленники и так далее. Если после данного видеоролика ролики на канале не будут выходить более 3 дней, то вызывайте полицию, понимаете, вызывайте полицию просто по всей России, чтобы рыскали, искали вот этих вот всех маньяков и так далее. Я вам опять же хочу сказать, что ролик абсолютно серьезный, отнеситесь с полным пониманием, с полной какой-то надеждой и так далее. Я записал свой видеоролик на вот этот вот самый конкурс, там обзор на Diamond Roleplay, как бы в стилистике Данила Герера, вернее это полный обзор Данила Герера, я его перезаписал прям покадрово, пословесно, я рассказал абсолютно все про данный сервер, порофлил и так далее, выложил вот в это вот самое обсуждение, в беседу. Многие люди меня залайкали, то есть там лайков практически больше, чем у всех других участников. И понимаете ли, в чем дело? Казалось бы, что Митин Шоу должен на стриме отсмотреть мою заявку, как и полагается. У него был первый стрим, на котором он отсматривал заявки, и там он до моей заявки дойти не успел. Он остановился где-то там на третьей, на какой-то там еще странице, так как заявок было очень много, он не мог до меня никак дойти, он всячески пытался, его всячески останавливали и так далее. То есть он просто его, он буквально хотел, но он не мог, его что-то вот буквально останавливал. Я уже тогда заподозрил что-то неладное, но решил еще не бить тревогу, дабы все было как-то более-менее нормально, дабы все было как-то по-людски и так далее. Я извиняюсь, если у меня мысли как-то путаются, я записываю в полнейшей агонии, потому что думаю уже, чувствую, что за мной скоро придут. Я раскрыл настоящую манипуляционную схему вот всего того, как проходят все эти конкурсы, розыгрыши от Митина Шоу и так далее. Пожалуйста, досмотрите этот видеоролик до конца, потому что вы просто охуеете от количества информации, сказанной в данном видеоролике. Это охуеть, это самый настоящий пиздец. Я даже вот представить себе не могу, как такое в принципе может происходить. Однако ладно, мы уже немного отвлеклись. Я, то есть, отправил свою заявку. Также мой друг отправил свою заявку на данный конкурс. Вы ее сейчас можете посмотреть, вот я вам сейчас ее покажу. Diamond Perpetuum, Sampo просто топ, триллион всегда, лучший навсегда. Diamond Perpetuum, Sampo просто топ, мод этот топ посмотреть, надо снять эпизодов где-то 6. Триллион, триллион, триллион. Вот как бы заявка моего друга более-менее какая-то хорошая, более-менее нормальная. Разумеется, выиграл бы все равно я, но друг решил принять участие, дабы как бы попытать удачу. Возможно, выиграет он, мы бы как-то поделили приз и так далее. Но не проходит, понимаете, там, допустим, и часу, и там, и 2 часов, как его заявку из этого самого обсуждения удаляют. Все пруфы у нас предоставлены, все пруфы имеются на экране и в прикрепленных документах к данному видеоролику, в том числе на фотографию вот этого самого вариса, которого вы сейчас видите, вот в том числе на экране. Просто запомните его лицо, не подпускайте его в какое-то доверие к своей семье, каким-то вот прочим людям, с которыми вы там как-то хоть как-то немного связаны, хоть как-то их немного уважаете и так далее. Если вы хотите подослать его какому-то своему худшему врагу, подумайте, пожалуйста, несколько раз, прежде чем вот что-то подобное сделать, потому что вы так сделаете, возможно, не только хуже своему врагу, а возможно, вы сделаете хуже еще и самому себе. Так вот, мой друг отправил заявку, ее удалили. Но
ну ладно, мы подумали, может, там какая-то ошибка, может, еще что-то, друг, как бы подал еще раз, ее еще раз удалили, ну ладно, думаем уж, ну, возможно, как-то заявка не понравилась, там еще что-то, хотя в правилах ничего не было написано насчет каких-то музыкальных клипах, музыкальных произведений искусства, так сказать, ничего не говорили про то, там, как должно все это выглядеть, однако, ладно, мы забили, потому что выиграть в конкурсе должен был все равно я, потому что, ну, другие конкурсные работы, они абсолютно не идут, там, в никакое сравнение, по сравнению с моей работой, как бы, и все такое, и я вот действительно очень сильно волнуюсь, извините меня, пожалуйста, я не знаю, я весь потный, в холодном поту буквально сейчас сижу, хоть и батареи греют так, что пиздец, но я сижу в холодном поту, просто поверьте мне, бля, буду, как говорится. Вот, значит, в чем дело? Вот вчера, вот в том числе вчера, проходил у него стрим, на котором он также отсматривал работы людей, вот, которые отправили, и когда он вот только начал отсматривать работы людей, вы представляете, он начал отсматривать с пятой страницы, то есть до этого на стриме он дошел там до третьей страницы, там до еще какой-то страницы, на этом же стриме он, понимаете ли, был уже на пятой странице, то есть он буквально пропустил там одну страницу и там вот несколько людей с четвертой страницы, а на четвертой странице как раз таки был я, вы можете зайти, я прикреплю, так сказать, документы ко всему этому обсуждению, вы сможете зайти вот в это вот самое обсуждение, убедиться, что там, да, действительно есть моя заявка, действительно ее проигнорировали, ничего не написали и сделали все подобное. Я в том вот своем первом видеоролике про вот эту вот заявку и так далее сказал, что я, возможно, не выиграю, потому что мне не дадут выиграть. Тогда многие меня не поняли, возможно, там, кто не даст выиграть, как не даст выиграть. И, вы знаете, я разгадал этот ребус, то есть я специально две ночи не спал, специально сидел, разгадывал там, как все это происходит и так далее. Я сидел реально с ручкой, с карандашом, переписывал там в тетрадке, в листике, в бумажке, во все прочее. Я сидел реально охуел, я просто охуел от того, что я узнал. Смотрите, Митин перешел на проект Diamond Roleplay. Если перевернуть их логотип, получится треугольник. Вы можете сказать, ладно, Данил, ну треугольник и треугольник, что дальше-то, к чему ты ведешь? А я вот в данном видеоролике хотел бы сделать заявление, что все сотрудники Diamond Roleplay, начиная от каких-то там, знаете ли, мелких ютуберов, там вот этих вот, знаете ли, мелких администраторов, там хелперов, возможно, еще кого-то, там в том числе игроки, вот тоже как бы вот в это вот все включаются, заканчивая каким-то там основателями, разработчиками, там Тони Барреро, Данилом Геррера и всеми прочими людьми, они иллюминати. Вот не смейтесь сейчас, ни в коем случае не смейтесь, у меня есть неопровержимое доказательство того, что все они иллюминати. Во-первых, у людей, которые состоят вот в этой вот масонской ложе, в масонской ложе иллюминатов, у них у всех треугольное очко. Не смейтесь, вы вообще, вот возможно, вы можете подумать, что это звучит как бред, да, но вот смотрите, давайте так, вот если у всех сотрудников, там, в том числе игроков Diamond Roleplay, нет треугольное очко, то они выложат фотографии со своим очком в открытую сеть, в открытый доступ, чтобы мы увидели, что у них как бы анус, он как у обычных людей, то есть круглый получается, а не треугольный. В случае же, если в течение одного часа после выкладки данного видеоролика ничего подобного мы от них не дождемся, не увидим и так далее, то это будет значить только одно, что мы столкнулись с иллюминатами, с иллюминати, вот с этой вот самой масонской ложей. А я еще подумал, почему заявок на вот этот вот самый конкурс от Митина, почему их так много, почему вот они просто не кончаются, просто каждый день их присылают, и это все люди, подговоренные иллюминатами, и им платят по 500 рублей для того, чтобы они выкладывали какие-то свои вот эти вот, знаете ли, видеоролики вот в это вот обсуждение, для того, чтобы задурманить ваш разум, для того, чтобы Митин выбрал вот какого-то подставного человека, какого-то подставного иллюмината. Чтобы вы знали, вот чтобы вы просто понимали, неподставных людей вот в этом самом конкурсе было вот два человека. Я, то есть я и мой друг, мы, я могу сказать стопроцентную гарантию, что мы не иллюминати, потому что мы нормально подали заявку, и наши заявки даже не были рассмотрены этим самым Митин Шоу. То есть он испугался, что в самом деле может выиграть кто-то вот кроме этих самых иллюминатов. Ну ладно, ладно. Вы когда-нибудь задавались вообще вопросом, откуда у Митина столько денег, чтобы устраивать вообще все эти конкурсы, чтобы вот так вот часто там покупать кому-то вот эти вот PlayStation и вот просто дарить там по 20 тысяч рублей вот просто за какой-то видеоролик. Казалось, огромнейшие деньги. Столько фрилансер за один видеоролик не зарабатывает, сколько можно заработать в этом самом конкурсе Митина. Это все спонсируется иллюминатами для того, чтобы вербовать
новых людей при помощи GTA Samp YouTube в их масонскую ложу для того, чтобы они, чтобы вы понимали, как бы совершенствовали, чтобы они росли максимально, разрастались, вот произрастали своими корнями вот максимально в какую-то глубь, в какую-то степь, дабы вот было их прям очень и очень много. Но ладно, ладно, если вы думаете, что на этом какие-то шок, сенсации, интриги, расследования заканчиваются, я хочу вас как-то оскорбить, огорчить. Я хочу вас огорчить. Дело в том, что так как у иллюминатов так много денег для того, чтобы спонсировать какие-то вот эти вот, знаете ли, иллюминатские свои вот эти вот, да, конкурсы, то они, понимаете ли, они могут нанимать самых жестких хакеров для того, чтобы взламывать людей. Они уже научились взламывать людей, и вот не так давно, буквально около там месяца, возможно, даже двух месяцев назад, они взломали такого ютубера, который очень часто водился вот как раз-таки с этим самым Смитиным, там, Смитингом, или как его вот там вот зовут, Малфой. Они не так давно взломали ноги Малфой и большими пальцами на ногах напечатали вот это вот сообщение, которое вы сейчас видите на экране. Если вот так вот по порядку посмотреть на вот эти вот все буквы, получится Иллюминати. Если вот просто почитать между строк, вот это вот смотреться, я вам сейчас просто вот это все пока, вы смотритесь. Просто посмотрите то, что происходит. Иллюминати взломали ноги Малфоя и напечатали большими пальцами этот самый текст. Я вот от этой всей хуйни, я охуевал. Я когда вот это вот все расследование проводил, я не мог понять. Неужели вот в самом деле все не так просто? Я-то думал, что Митин, он, знаете, он просто обычный, какой-то там, знаете, подпольный воришка, который там что-то вот из раза в раз может украсть, что-то там может своровать, что-то там может сделать еще. Но нет, на самом деле Митин Шоу вот вообще всеми своими деяниями очень сильно связан с Иллюминати. Однако, Митин, вот если ты сейчас смотришь этот видеоролик и хочешь доказать нам обратное, то просто снимай вот эти вот сейчас свои вот эти вот трикотажные, хлопчатые, вот эти вот все ритузы, вот эти вот штаны твои с лампасами и просто показывай свое очко на видеокамеру, дабы мы все вот максимально до конца убедились, что ты не иллюминати. Я вам хочу напомнить, что у всех иллюминати очко треугольное. У нормальных же людей, которые не состоят вот в этой вот масонской секте, масонской ложе, анал нормальный, то есть в форме, то есть, ну, буквы О, то есть просто О, овальный как будто бы, но не овальный, не Навальный, возможно, там еще, возможно, какие-то люди, неважно. Все дело в том, что данный конкурс от начала и до конца постановочный, понимаете? И в данном конкурсе изначально должны были выиграть вот подставные людей от Иллюминати, для того, чтобы привлечь каких-то, знаете ли, новых вот этих вот людей вот в этот вот GTA Samp YouTube, для того, чтобы продвигать ценности иллюминатов. Внимательно потом посмотрите на видеоролики Малфоя, что он там будет говорить, какие ценности, возможно, да, будет продвигать. Посмотрите потом в сообщество Малфоя, напишите, что его взломали через то, что ему ноги иллюминаты взломали. Напишите, пожалуйста, всем людям, предупредите их максимально обо всем этом. Потому что иначе мы просто рискуем потерять абсолютно все. Потерять абсолютно всю, такую, знаете ли, лояльность на рынке, потерять еще что-то сегодня. Это только сегодня они уже покупают там какие-то конкурсы, покупают вот этих вот всех ютуберов, вот этих вот всех митингов и так далее. Вот все такое. А завтра они уже купят мамку Данила Герреру, взломают там ее полностью, ее отымеют уже абсолютно все люди на этой планете. Вы добиваетесь этого? Я лично не хочу, чтобы такое произошло с мамой моего самого лучшего друга. Поэтому мы должны принять радикальные действия. Во-первых, сразу хочу вам сказать, что если в конкурсе Митин Шоу выигрывает кто-то, кроме меня, это все заговор иллюминатов. Вы об этом должны просто развесить везде, то есть развесить объявление среди жильцов вашего ЖЭКа, предупредить абсолютно всех одноклассников, абсолютно всех, возможно, там где-то в городе, развесить объявление о том, что, внимание, разыскивается вор-иллюминат. За нахождение там, за голову вот этого самого вора-иллюмината назначена награда 1 миллион долларов. Что-то такое подобное развешивайте, и кто найдет этого самого вора-иллюмината, тому, понимаете ли, премия, прибыль и все прочее из того, о чем мы только с вами тут можем поговорить. Понимаете, то есть
опять же, прошу отнестись к данному видеоролику максимально серьезно, максимально нормально, не смеяться там где-то, вот знаете ли, в комментариях, там еще где-то, максимально серьезно к этому относимся. Сегодня, завтра, послезавтра эти самые иллюминаты захотят запудрить вам мозги, сказать, возможно, что я какой-то иллюминат, что я пудрю вам мозги для того, чтобы отвести вот все внимание от основной темы. Однако нет, будьте всегда начеку, дайте бой иллюминатам, или они дадут бой вам. Все вот с ночи там на какое, с 24 на 25 число одеваем каски, вот эти вот самые все шапочки из фольги, для того, чтобы иллюминати не смогли взломать нашу голову, не смогли взломать наши ноги и напечатать большими пальцами на ногах какое-то невнятное сообщение для других иллюминатов на азбуке Морзе. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Будьте всегда начеку. А митинг-шоу Вор, Иллюминат и Карлик. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.